12 тысяч тюльпанов, конечно, не миллион алых роз, но жительницы Заполярья останутся довольны. Накануне праздника дня 8 марта в тепличном комбинате «Солнышко» с рабочей поездкой побывал губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Глава региона вместе с руководством Ненецкой агропромышленной компании обсудил текущую деятельность и перспективы дальнейшего развития предприятия. Подробности далее. Вся эта теплица была под тюльпаны, да? Да, 12 тысяч тюльпанов. Сейчас в грунте осталось всего 1100 тюльпанов. Остальные уже срезаны и ожидают отправки. Практически весь ассортимент этих весенних цветов разобрали по заявкам организации и частные покупатели. Наринмарские тюльпаны пользуются огромным спросом у населения. Высокие морозы и солнце. И нам эта вот солнечная радиация помогла, так сказать, грузный всход получить. Они раньше выделили, да? Нет, не раньше. Все по срокам. Тепличный комбинат – структурное подразделение акционерного общества «Ненецкая агропромышленная компания». За 2020 год на предприятии произведено более 50 тонн огурцов, 0,8 тонны томатов и более 4,5 тонн прочих овощей. Кроме цветов, тепличный комбинат ориентируется на выращивание овощей и зеленых культур. На землях «Солнышко» выращивают огурцы, томаты, редис, укроп, петрушку, лук, сельдерей, кинзу, базилик и цветы, в том числе и комнатные. В начале апреля ожидается сбор первого урожая огурцов. В начале апреля у нас уже будет первый сбор, даже может в конце марта, да, как правило. Да, после 25-го все, уже первый будет сбор. Юрий Бездудный отметил роль предприятия в обеспечении продовольственной безопасности региона. Предприятие производит большое количество зелени и овощей, которые поступают в магазины округа. Только огурцов здесь выращивается более 50 тонн в год. В целом комбинат выращивает очень много продукции, не только цветов. Цветы – это сезонное. Большое количество овощей, зелени, овощи, зелень, они поступают в магазины, в торговую сеть и, собственно, на столы наших жителей, к нам. Поэтому, ну, представьте, только огурцов выращивается более 50 тонн. Представляете, сколько это? Но потенциал тепличного комбината может быть и больше. Например, круглогодичное выращивание огурцов не только с апреля по сентябрь. На обороте продукции сказывается недостаток площадей. Очевидно, что не хватает площадей, тепличных площадей. Их нужно увеличивать. И здесь нужно находить какие-то решения для того, чтобы количество площади тепличной было увеличено. Мы это обсуждаем, и я надеюсь, какое-то решение мы обязательно найдем. Теплицы работают круглый год. Осуществляется чередование посевов. Зимой лук и зелень. 110 тысяч упаковок, 13 различных наименований. А весной и летом огурцы и томаты. Планируется, что в этом сезоне теплицы снимут урожай огурцов в 65 тонн. У нас условия не меняются вообще. Мы много лет на полутора теплицах выращиваем. И примерно плюс-минус там 5 тонн где-то так вот и есть. Когда-то 55 тонн, когда-то 67 тонн. Вот в пределах этих вот так варьируем. Огурцы в «Солнышке» выращиваются по традиционной технологии в грунте. Считается, что так они вкуснее. В планах предприятия перейти на капельный полив. Есть у нас мысль перейти на капельный полив. То есть под каждый кустик огурца будет подведена индивидуальная капельница. Это позволит увеличить урожай. Чтобы перейти на круглогодичное выращивание овощей, теплице потребуется 400-500 миллионов рублей. Это новые технологии и увеличение мощностей. Найти эти деньги агропромышленной компании самостоятельно нереально. Нужна поддержка округа. Ну да, мы понимаем, что если бы у нас сегодня бы до 3-4 гектар площадь была, и севооборот, если бы он был круглогодичный, то продукция бы была наша круглогодичная. На сегодняшний день, вот мы говорим с апреля по сентябрь, наша огурец, наш томат. Хотя томатов тоже видели, там очень-очень мало. Это крохи мы 1,5 тонны выращиваем томатов. Нет земли. Новые мощности дадут новые возможности. И разговор об этом руководство агропромышленной компании ведет не один год. В свое время был сделан проект строительства дополнительных теплиц, но так и не реализован. Когда будет круглогодичный цикл выращивания продукции, цены, конечно, снизятся. Потому что вот вы все в магазины ходите, весной у нас огурец. Да он уже сегодня за 300 в городе. Такой же появится и наш. Глава региона дал поручение Департаменту природных ресурсов, экологии агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа проработать вопрос об увеличении тепличных площадей. Ольга Русул, Леонид Шишлов, телеканал «Север».